Ну, что такое коррупция? Это вор. Ну, вор был раньше карманник, потом есть рецидивист, есть пахан, да, там, ну, всегда есть, в общем. Другое дело, что их надо наказывать. И должна быть абсолютно, с одной стороны, презумпция невиновности, если человек не виноват, и он попал в эти, так сказать, мясорубку в эту. А с другой стороны, конечно, людей надо наказывать. И не условно, потому что это кто-то чей, поэтому пройдет, а этому не пройдет. Общество должно понимать, что закон есть закон. Закон есть закон. Вот мне кажется, что как только общество это поймет, и как только оно увидит плоды решений, которые не только решения, а они действительно по закону касаются Тюткина, Петрова, Сидорова, неважно, кто он был, министром или просто... А то у нас иногда за батон хлеба посадят, а за 3 миллиарда отпустят. Тогда для человека это раздражение. Тогда общество понимает, что двойные стандарты, и он тоже начинает жить по двойным стандартам. Нам надо перестать это делать.